Вот что нас больше всего интересовало, друзья. И как мне кажется, здесь просто внахлёст приварен кусок маховика от Альфа-Ромео. Вот, по-моему, он просто вот так сверху кусок вырезан и сюда приварен на маховик от ВАЗ-2101. Бачите, какая красота. Опа! Бачили такой глушитель? Между прочим, ВАЗовский мотор еще неплохо работает. Учитывая, бачите, выхлоп. Здесь и заканчивается выхлопная система. Вот в этом месте она и заканчивается. Но работает достаточно тихо. Все остальное, хочу вам сказать, более чем в достойном состоянии. Экземпляр очень хорошо сохранен. Вот, поэтому вот этот узел и этот агрегат нам очень дорог. Пыльники поменяем. Полуоси еще более-менее живые, так что поедем, красотка, кататься.